2011 году появилась кафедра сексологии. Мы оказались теми первыми и единственными, которые начали готовить сексологов не врачей, и до сих пор осуществляем эту деятельность. У нас уже выпусков произошло более 10, и число студентов, которые получили знания по сексологии, уже приближается к 500. У нас только что закончилось обучение. Я в эйфории, в впечатлениях, я полна... И вопросов появилось очень много. Спасибо большое преподавателю за то, что с душой, за то, что все структурировано. Только у нас преподают 6 докторов наук, 5 профессоров, 4 кандидатов наук. И научный потенциал кафедры неизмеримо высок. Просто вот получил именно то, что хотел. И чувствую в себе силы начинать практику чуть ли не с завтрашнего дня. Люди в течение года 1040 часов получают занятия и становятся современными специалистами, в которых мы уверены и вручаем им сертификаты и диплом об окончании обучения. Обучение на кафедре РНСО позволило мне использовать эти знания в моей практической работе. Я успешно снимаюсь на всех каналах ТВ, и благодаря этим знаниям я написала и выпустила книгу. На сегодняшний день мы готовим не только психологов-сексологов, но и юристов-сексологов, педагогов-сексологов, врачей-специалистов по сексуальному здоровью. Консультирование в сексологии – очень полезный, нужный материал, которого мне действительно не хватало со своими клиентами. Если вы сегодня находитесь на стадии принятия решения и думаете, учиться у нас или не учиться, загляните на наш сайт, и там точно найдете то, что вам понравится.